Начавший свою деятельность еще в 2013 году, завод «Азия-Цемент» вдохнул новую жизнь в поселок городского типа Сура в Никольском районе Пензенской области. Предприятие по производству цемента подарило сельчанам новые рабочие места. Сейчас здесь трудится больше 1500 человек, а все приезжие специалисты обеспечены жильем. Для них в поселке обустроили комфортабельный микрорайон со всем необходимым. Проектная мощность самого завода – почти 2 миллиона тонн цемента в год. За счет крупнейшего предприятия пополнилась и региональная казна. Никольскому району завод «Азия-Цемент» принес, скажем так, инвестиции. Это с начала деятельности завода на сегодняшний момент это порядка 16 миллиардов. Кроме того, «Азия-Цемент» занимает активную позицию в вопросах спонсорства. Директор местной школы Людмила Казаринова ласково называет руководство «Азия-Цемент» друзьями. Предприятие активно помогает учреждению, в том числе с капитальным ремонтом. Они нам выделяют цемент. Используют этот цемент, который нам выделили, мы смогли перед школой выложить очень красивую дорожку, которая украсила не только территорию, но и удобно для детей в дождливые осени или весной, очень удобно по ней детям двигаться. Одна из основных проблем любого цементного производства – это образование большого количества пыли, которая выбрасывается в атмосферу, оседает непосредственно на почву, а также попадает в дыхательные пути человека. Предприятие «Азия-Цемент» находится вот в таком бескрайнем поле. И, судя по этой лужайке, урону природе не наносится. Подтверждают это и чиновники, и сами жители Никольского района. С момента начала работы завода жалоб на ухудшение экологической обстановки ни в одно ведомство не поступало. На сегодняшний момент никаких таких отрицательных эмоций у нас не возникает в адрес завода. Никак это еще не сказывается ни на самочувствии, аллергиков не прибавилось, астматиков не прибавилось. То есть как бы все стабильно, все как и было раньше. Я думаю, что в связи с такими сейчас новыми современными технологиями, при строительстве завода, наверное, все это учитывалось. Технологии действительно идут в ногу со временем, а главное, не во вред человеку и окружающему миру. Основной секрет – производство цемента сухим, а не мокрым способом. Это и позволяет воздуху оставаться чистым, а жителям – здоровыми. Такую же технологию будут применять и на цементном заводе в Ульяновской области. Промышленное предприятие планируют разместить на территории Терингульского района. По мнению экспертов, это даст лишь положительный импульс в развитии муниципалитета в виде отчислений, дополнительных налогов, создания около 500 новых рабочих мест, а также экономической привлекательности района. Рената Алиулова, Данил Сурков, новости Ульяновской правды.